Всем привет! Только что буквально распаковали палаточку Xiaomi. Теперь на очередь пришла фена Xiaomi. Пока монтируется видео, решил сразу распаковать. Сейчас мы ее распакуем. Потом я помою голову и попробуем посушиться и опишем свои впечатления о ней. Вот такая вот такой вот фен. Давайте смотреть. Скажу сразу, фен покупал я не для себя, а для жены. У жены был отличный фен, она очень долго им пользовалась, но со временем он там испортился. У него там то ли замыкание, то ли что-то произошло. Она его в ремонт отнесла, после ремонта он хуже начал сушить волосы. И купили дорогой, типа профессионального какого-то фена. Я скажу сразу, что я в них не разбираюсь, но купили ей другие или сестра ей подарила, а в итоге он сушит волосы или как-то так она отзывается о нем, поэтому мы решили взять попробовать вот такой вот фен Xiaomi, такой вот модный, красивый, в такой упаковке, сказано все на китайском, а немножко на английском есть. Итак, открываем. Ну, коробочка немножко примялась, один удар, кто-то пытался, все-таки покушался на нашу посылку, но все-таки она дошла целая, я надеюсь, и внутри все в порядке. Вух ты, смотрите, как круто выглядит, так вот все выглядит, он в пленочке, да, он в пленочке, круто, давайте будем доставать его. Соокас, вот такая вот турбина. Это задняя сторона, я так понимаю, это передняя. Или наоборот. Нет, все правильно. Это передняя, я так понимаю, за счет того, что спереди кнопка. Есть кнопка вот такая вот включения. И есть кнопка вот такая вот. Здесь какие-то индикаторы, ионы, типа двойные ионы, вот эти, которые, о которых написано, негативные ионы, минусовые, я так понимаю, для того, чтобы не магнитились волосы. Ну, давайте распакуем полностью уже. И посмотрим, что у нас здесь внутри есть. Имеем инструкцию. Инструкция на китайском языке. И с обратной стороны тоже китайский язык. Поэтому это никакая не международная версия. То есть на коробке просто есть английский немножко его там. А инструкция полностью на китайском. Больше инструкций нет. Далее, в коробочке нам что-то положили. Ага, в коробочке нам положили вот такой вот крутой чехольчик для хранения фена. Вот, замшевый чехольчик, Soocas выгравировано. Замшевый это хорошо, как бы, что есть чехольчик, но замшевый, он к нему пристает, вот мусор какой-то, то есть она в коробке лежала и все равно мусор пристал. В этом плане мне замш не нравится. Но отложим его, то есть прикольный такой мешочек, отложим его пока. Дальше посмотрим, что-то еще в коробке есть. А в коробке есть еще вот такая вот направляющая для потока воздуха. Тоже прикольно сделано все. Вот такая вот крутая вещь для крепления на фен. Давайте отложим и посмотрим, как оно крепится. Уберем пленочку. Чик. Чик. Ой, чуть не вылетел из рук. Здесь у нас написано 220 вольт, 50 герц, made in China, все остальное на китайском, версия H3, и не мочить, то есть душ и ванна нарисована, вот такая вот, не знаю, будет видно или нет, душ и ванна нарисованы, не вкидать ее в ванну. Здесь у нас такой бортик идет, пластиковая крышка, это не снимается, вот, но есть бортик для крепления, я так понимаю, вот этой вот штуки. Вот, крепится она просто щелчочком и крутится. Можно повернуть ее в нужном направлении. Поэтому, оп, давайте отщелкнем и посмотрим дальше. Ручка белая, сам весь серебристый такой. Ну, довольно-таки качественно все сделано. Ну, у Xiaomi все всегда качественно, поэтому мне нравится. Розеточка у нас, я не знаю, это американская или европейская, не знаю. Но у меня есть переходники, есть у меня Xiaomi-шный сетевик, поэтому проблемы это мне не составит. Кабель длинный, толстый и с вот такой вот Soocas резиновым креплением, то есть можно его свернуть. Резиночкой свернуть. Обычно как бы кабеля эти наматываются на фен. То есть вот так типа. Вот наматывается на фен и все. Здесь конечно удобно, что есть эта резиночка, чтобы можно было скреплять его. Можно его скрепить и, допустим, к самому фену пристегнуть. Как вариант. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот.
немного она растягивается, но тем не менее, можно так сделать, и вполне таки нормально и компактно это будет. И в мешочек положить. Но можно и сам кабель просто пристегнуть, кабелечек, и положить это все дело в чехольчик, благо он есть. Вот. Вот в этот мешочек. Давайте сразу попробуем, положим его. Положили в мешочек, свернули, затянули, и все, компактненько так, круто. Ну, действительно, очень классно сделано. Вот. Ну и потопал я тогда мыть голову, и будем пробовать сушиться. Так, помыл голову, давайте сейчас поштушимся. Я думаю, этот процесс займет немного времени, так как волос у меня немного. Но, тем не менее, как мы это все делаем? Такие пришли из ванны, все такие крутые, взяли красивый мешочек, достали из него красивый фен, отложили мешочек, расстегнули ремешок и взяли нашу вилочку мокрыми руками. На вилочке тут, кстати, тоже что-то написано, но это нам не интересно. Втыкнули в розеточку Xiaomi и включили его. И он сразу начал маслать, сразу горячий. А ну если... А кнопка вот эта вот... Отключу. Вот эта вот кнопка усиливает скорость вращения, то есть мы включаем, он включается просто, да, то есть... А когда мы нажимаем эту кнопку, он еще сильнее начинает поток воздуха гнать. Причем есть два режима нажатия этой кнопки, то есть он усиливает в два раза, наверное, и потом еще процентов на 10, то есть два нажатия идет, и на третье нажатие мы возвращаемся обратно на нашу первую скорость изначальную. Ну, давайте попробуем посушиться. В принципе, все отлично, нагревается он моментально, то есть мне понравилось очень то, что он нагревается моментально, я только включил, и он сразу поток горячего воздуха, то есть другие фены, ну, которыми я не часто пользуюсь фенами, но этот мне очень нравится, и реально, в принципе, летом мужчина не сушит волосы совершенно, то есть, в принципе, вытер его полотенцем, и этого достаточно, но зимой часто, если нужно, допустим, только помылся, а нужно куда-то пойти, то желательно, конечно, высушить голову, потому что с мокрой головой и выйти на улицу. Это равносильно, что ты подхватишь насморк. Ну, по крайней мере, у меня так. Не знаю, как у всех, но у меня точно. Если с мокрой головой выйти в холодную погоду на улицу, то завтра, на следующий день будет насморк. Ну, не скажу, что там буду лежать при смерти, но насморк точно будет. Вот. Поэтому отличное приобретение. Мне очень нравится. Классный фен. Я очень им доволен. Подарю его жене. Я думаю, она тоже будет довольна. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок. Кстати, смотрите, фен похож на лайк. Оп, смотрите, лайк. Все, ну я шучу, комментируйте видео, что понравилось, что нет. Всегда рад, до новых встреч и удачных покупок.